Да, динамично, конечно. Ну, ребята, блин. Осматриваем церковь. Давай-ка осмотрим-ка. Почему Гуга малолетний дебил? Для тех, кто не смотрел, тех, кто не играл в эту игру, не смотрел предыдущий ролик, объясняю. Так, может, мы здесь увидимся? Может быть. Объясняю. А, чего ты там? У этой, у девочки этой. To show that you're thinking Да, of someone. свечу Oh, показать. can I light one? If you want to, don't burn yourself. В общем, у них там убили родителей каких-то лордов. Почему, главное, лорды были бы крестьянами? Для мамочки и папочки. Этот дебил там устроил скандал, когда за ними чуваки гнались. За нами, то есть чуваки гнались, чтобы нас линчевать, потому что почему-то думали, что мы там виноваты в чуме, которая в городе бушует. Во-во, этот дебил опять орёт, блин, всякую херню. Так, о, чуть такое. Бусы. Это чётки. О, что-то не нашел. Простые бусы, четки помогали верующим не запутаться при молитве. Популярность четок свидетельствует о крайней важности религии в обществе тех времен. Духовенство обещало верующим спасение души, обустраивало госпитали, дома презрения, и вел литургический календарь, по которому исчислялись не только церковные праздники, но и важнейшие даты земледельческого цикла. Кроме того, церковь контролировала появление ереси и могла наложить эпитимию на богохульников, даже отлучить от церкви, фактически включив их из общества. Но-но. Так. А чё, я еще только что нашел. Поговорим, говорит, вместе. О, что такое? A barricade. Тут всё завалено. To stop someone from getting in or out. А вот, ну, судя по всему, войти снаружи, выжить внутри, завалили все. Чё тут башкой-то не думаешь, что ли? Так, алтарь. А, вместе помолиться сейчас, хоба. Прости мне зло, которое только совершила. Ты больно сжимаешь мою руку. Ага. Так из-за тебя, дебила. Так, в общем, закончу. Он там скандал устроил, нас чуваки преследовали. Ну, понятное дело, по сюжету. И вот эта девочка, миссия молоденькая, сколько там, ей лет 16, не знаю. О, спирт. Это как ей пришлось убить двоих людей. Если одного она убила, ну так как бы вполне, ну, не то что безобидного, он брат ее за руку держал, ну он мог ведь просто держать, уже не собирался убивать. Вот за него, наверное, надо покаяться. А там за второго дебила в мощной броне с войны, который приперся. Интересная, кстати, схватка была мне. Ну как интересная, она и не сложная, и не легкая, но интересно, мне понравилось вообще. Чего сделаете, дети? Святой отец. Уходите, здесь опасно, делать нечего. Надо пойти с ним поговорить. О, свежие могилы, да. А прикольно, кстати, архитектура. В предыдущем месяце это пришлось носиться по этому городу средневековому. Может, это он знает, где Лорентия? Вот, и, соответственно, беготни много было. Прикольно там были сделаны эти всякие улочки древние. Вот, уже прикольно. Делают, говорит, кровати пошире, бля. Они столько болтают много, я уже утомился, честно говоря. Честно говоря, утомился уже болтовней заниматься. Я сам
что я так, я ж первый раз играю, хожу в шоке, смотрю, типа, о, что тут произошло. Но здесь спальни были, да. Их размотали здесь за что-то. Он даже не убираются, листья налетели. Надуло листья, скажем так. Со двора. I know that smell. Бани. Medicinal herbs. Лечебные the травы должны быть монахи положили вот. Mother used to do the same. Чтобы чиститься, ну-ну-ну. Чухо. Так, у меня уже что-то... Чё вы спирт делал в бане? В умывальне? О! Кожа. Так, здесь выход снаружи. Здесь больше ни хера нет, да? Угу. Сейчас мы этого найдем монаха, который, кажется, как раз Лаврентий, он скажет, ну дебил, я же говорил вам не суваться сюда. И какая-нибудь херня начнет происходить. Это же компьютерная игра. Здесь было бы очень странно, что ты играешь, и ничего не происходит в игре. Селитра, блядь, что-то всякую понаходил. Так, вот у нас. Цветы такие красивые. Че ты там? Вот свежий крест. То есть они типа тут так умирали быстро. А чё я по могилам-то бегаю? А это что такое? Креста нет. Либо чувак вылез, либо это. Чё? А во. Гвоздики. Вон гербари такие были. Но эти красивее. Пошли дальше, говорит. Чё? Ой. All right. Now we can go. Thank you, Hugo. You're welcome. You're welcome. Так, гвоздики дали. Чё про гвоздики? Там тут гербарий Гуга. Чё? Кучу вещей собирать. Называют цветами Господа. Некоторые считают, что это прозвище они получили за свои красоты. А другие вспоминают легенду, согласно которой гвоздики родились из кровоточащих ран Христа или слез Девы Марии. Поэтому цветок считают символом любви, веры и преданности. Красные гвоздики – символом революции. Лепестки гвоздики вызывают усиленное потоотделение, что помогает бороться с жаром. А гвоздичным уксусом натирали бубоны. Да ладно. Видно, не помогало, да? Я правильно понимаю? Натирали они бубоны. Ну-ну-ну. Так... Я откуда пришел-то? А, я оттуда пришел, и что-то здесь я видел сверкало. Так, ладно, я по той херне пробежал. Где сверкало-то? А, вон сверкало. Так, камень я собрал. Внутренний двор пробежались. Тут ни черта больше нет, да? А, нет, вон что-то есть. Сера. Веревка. Так, что-то я много уже понасобирал. Надо бы это. Верстак бы где-нибудь надыбать. Так, ворота заперты. Ворота заперты. Вон он стоит. Так, ну, привет, отец. You again. I told you to leave. Вали-ка нахер. Нихера ты не шаришь. Помогите, говорит, хотя бы ради него. О, ты кто, говорит? Я тебя знаю. Robert Durun, God of Arms. We are his children. We are looking for Laurentius, the doctor. Do you know him? Yes, yes, I know him. Да, он лечил вашу семью. He spoke of you. Я отец Фома. I am Father Thomas. Томас. Your presence Фома. Here is не к добру вы здесь, Фомас. The Inquisition. They came and they... Инквизиция пришла к нам, и это... I can imagine. Могу представить, но то, что здесь творится, у вас просто страшнее. Уходите, говорит, быстрее. На чем люди? Деревенские хотели завалить нас. Помешались они, помешались.
No, I cannot leave the church, but... Мне нельзя покидать церковь. Уйти отсюда можно через крипту трех святых. Through the crypt of the three saints. It may not be too late. Может, еще не слишком поздно, я расскажу, как добраться до фирмы Лаврентия, а дальше все в руках Господа нашего. Пока все спокойно, идемте. Так, да. А, ну, блин, монстры здесь будут. Крысы. Крысы же вначале показаны. Оставайтесь на свету. Да. Посмотрите, почему в деревне кресты? Is it really the plague? It started with bites. С ночных укусов, говорит, началось все. Люди начали болеть, отдельные семьи, потом все вокруг, лихорадка, бубоны, больные умирали. Наконец-то, говорит, поняли, откуда все это взялось, но было поздно. И откуда? Крыши. Дожди. Почти пришли. Я вот хочу посмотреть, что здесь. С цветочком такая в башке ходит. Нет, нихера. Ну, пойдем. Хромой и четверых похоронил, и монахов, а пятая могила для себя, наверное, вырыта. Брат Морель должен быть там. Настолько двое осталось. А, все-таки двое. Ладно. А кирдык, наверное, брату Морелю. Сейчас и этому кирдык будет, я так понял. Brother Morel. Brother. Так, жути нагоняют. А мальчика What сейчас башка заболит. Father. Чё-то такое. Что за потусторонние проявления? Оба, крысы. И чё делать? Свет, ну. Быстрее, ну. Чё, поздно? Что ты ему не помогла-то? Да, немало у вас. Следуйте за священником. В смысле? Съели. Ой, они сгорают еще. Хоба. Хера себе у вас быстро разжигают. Так, там ничего нет. Много повсюду. Ты не боится света, да? А свечки что не поджигаешь тогда? Да ладно, вы еще скажите, что мы вниз пойдем. Хорошо. Хорошо, что факел не кончается. Сейчас обратно вылезет. Да? Ну. Отходи далеко. Быстрее. Не останавливайся. Ладно, валим. О! Блять, сожрали его. Надо лезть наверх, факел придется ставить. А, во. We'll find something.
А чё оставить-то, ты его достать можешь так-то, если чё? А чё? Ой-ой-ой. А этот недолго горят. После чего сгорают, да? Ладно, подождем, пока сгорит. Вот до руки дошло. Ага. Пошли. Валите, валите, да. Alright. Куда вы лезете? Ой, о. So that's their plague. Rats. The priest spoke of a way out through the crypt. Ой. Так, все, выбрались, да? Amicia, the three statues. Три статуи. Оба. It's the exit the father spoke of. We have to find another way. Нужно искать другой путь, да? О. Так, и чё этот не берёшь? Не берёт факел. Хоба. Ткань. Блять. I'll give you a hand. Yes. О, ещё один. И чё? А где палки? А вон палки какие-то. А, наверху, понял. Всех сожрали. Так, сера у меня по максимуму собрана. Так, дверь заперта, да? Ага. Так, наверху лестница. Yes. А чё это они наверх-то не могут залезть? Очень даже могут залезть, крысы-то. О, камень. Угу. Селитра 4. Кожа, блядь, 3. Что делаем? Так, что делаем? Куда шмальнуть? А, вон по той херне шмальнуть надо было, да? Угу. О! А, будет пугать. Болтаться туда-сюда, я понял. В смысле Голфест? А, в смысле с первой спустишься вообще? Давай. Побежали. Ой, побежали. Ой. Так, там ничего нет. Там внизу нет. Фух. Какие, блин, опасные крысы. Я думаю, они меня еще не раз сожрут. Так, всякую штуку подбираем. Ткань, это что такое? Инструменты. А, чтоб что-то изготовить, что инструмент нужен, блядь, нихера себе. Вот, да, инструмент. Скарб. Отодрав деревянную подошву, обмотав ноги плотной ткани, блин, начинает двигаться существенно тише. А, не хватает. Сумка для снарядов. Костюм лично не хватает. Карман. Вмещалось больше материалов. Сумка. Эй, я ничего больше не могу сделать. Делаем карман, значит. This should make things a little easier. Так, пока все.
Какая-то херня. Нет. Селитра, бля. Ой-ой-ой. Ой-ой. Я все подобрал, нет? А. Ну пусть жрут. Ладно, перелазим. Что-то они меня это прям вынуждают крафтить то, что именно им надо. Так, здесь опять. Спирт. Так. А, на стол запрыгнули, да? Ладно. We'll be safe if we go that way. Там что-то светится, блядь. Don't fall. Don't fall. We won't fall. Hold my hand tight. Так, ты, в общем, здесь сиди. Don't move. I'll be right back. Yes. А, не все убежали, прикинь. Так, чувака сожрали. А что там светится? Я очень хочу подобрать. You can come now. Alright. Alright. И вон что-то светится. А, это я так подобрал. There's a hole in the grating. И что с ним сделать-то, с этим? Нет. Так меня сожрут же, блядь. Натурально сожрут. I'll lift this up. Can you get the torch? Yes. А, все понял. Он возьмет. Hugo, hurry up. Come on. Yes. Stay where you are. The ground is rotten. Misha, how am I going to get back? We'll find a way. Don't worry. As long as you have the torch, you'll be safe. But what about you? We'll move together. That way, the light coming through the grating will protect me too. Mm-hmm. Ready? Ready. А, ну там пойдем, блядь. Блядь, хорош прыгать, спрыгивай. Here we go then, slowly. Very good. Mm-hmm. Look, there's a hole. Do you want the torch? Yes, there are too many rats on my side. But where can I get through? The hole behind you. That's the only way I can see. Там дыра. Go through there and I'll meet you on the other side. Are you sure? Just stop if you see rats. I'll be with you very quickly. Alright, but please hurry. Угу, подобрал, что надо. Тут чуваков вообще, конечно, распотрошили. Так, втыкаем.
Так, мальчишку забудем сейчас. В смысле? Да бегу, бегу. Hugo! What's going on? Talk to me! Чего, где? Комонь, комонь. Что делать-то? А, во. Так, все подобрал здесь, ну. Так, палка сейчас горит. Угу. Пошли за следующий. Все, пошли. Hugo, are you all right? There were rats. I ran to the light. Did they bite you? No, I found a ladder, but there are rats down there. I'll open a way through for you. We're going to get you down from there. Угу. Calm down, Lucy. Я понял, поджигать fine. Надо идти. You're fine. Stay focused. Так, куда это я припёрся? А, здесь тоже Hugo, есть что-то. I have to get him down here. А, здесь ничего не могу. These quicks burn too quickly. I won't be able to keep them back long enough. Wait, I have something for you. Чё? Что ты там рассматриваешь? А, опять это. Perfect, thank you. А палочки где я возьму? А где я возьму палочки? Где палочки, бей? Побежать-то получится? Ой-ой, не пробежал. Вернуться в контрольной точке. Ну, секунда где-то у меня есть, судя по всему. Так, камень. А, вон сюда еще надо. Ну я дебил. Не заметил эту херню. А, здесь я ничего не могу сделать. I have to get him down here. Пошли. These twigs burn too quickly. I won't be able to keep them back long enough. Mm-hmm. А, я понял, нужно будет по чуть-чуть продвигаться. Пошли. Perfect. А, я понял. Так, ничего не валяется интересного. Угу. Пошли. That's all right. Больше, говорит, я одного не пущу, слишком рискованно. Так, что у нас еще есть? Нет, погоди, бля. О, да, наверх-то подлезть можно? Давай слазим. All right.
Там же наверху что-нибудь веселое должно быть. О, я же говорю, табор крестоносца. Последний большой крестовый поход случился целое столетие назад, и теперь церковь столкнулась со множеством новых опасностей, болезней, голод, войны. Все эти беды подталкивали людей к вере. Видя острую потребность духовной поддержки, духовность успешно обучала новых священников. Но многие люди отходили от церкви, надеясь найти ответ в различных еретических сектах, суевериях, язычестве. Так, то есть наверх, а вон еще что-то, наверх-то надо было слазить. О! Так. Вопрос. This way. Come on. А, да, все, не успею, хотел вспомнить, далеко были этот, как инструментарий-то, далеко. Так, там палки. Ладно, пошли. Скавен, блин. И чё? А, всё, пипец тебе, крыска. Ага. Пошли. Тут у нас крипта. Чё, куда? Да-да-да, вот сюда свалим. Далеко-далеко. Так, что можно собрать на этом? Да, я еще угадаю. Вот этих инструментов будет количество ограничено, небось. И я только могу себе определенные эти сделать. Улучшение сумка. Складывать снаряды. Меньше времени. С максимальной точностью требуется меньше. Сумка для снарядов. Емкость увеличивается. Так, быстрее точность, меньше, и снаряды, да, и снаряды. Well, that looks a lot better. Так, ладно. Достаточно материалов. Чё вы, крыса, крысолюди, блин? Все, пошли мы от вас нахер. Неинтересно. Right. Опять вниз, что ли, полезу, блин? Oh, what's that on the ground? Should we go anyway? Yes, we've managed to get this far. We'll be fine. Just stay close. Отходи далеко. What's that stuff in the walls? Какая-то херня, ну. Ух ты, чума какая-то. Нургул дедушка тут повеселился, судя по всему. They did that. Так, это все они. Yes, we're in their nest. Да, мы к ним. Теперь станут еще злее. А хер его знает. Так, туда нельзя, сюда нельзя. Давай туда сходим, проверим. Страшная музыка играет. Пошли быстро. Нельзя стонуться на трубы стены, то есть воздух жжет горло. Так, что у вас здесь? Ладно, пошли. Бежим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда?
Пугают, блин, меня. Падлы. We did it. We did it. We did it. We... Miss, I want to see mommy. Хочу, говорит, мамочки. Ну... I don't want her to be dead. Не хочу, говорит, что-то нужно было. I want her to come back. Страдания. Так, все, выбрался, давай. Нужно теперь идти к это, на ферму, к этому, к Лаврентию валить, да? Ученик, 4 глава. Ну, давай попробуем. Так, ну пока разнообразный геймплей, конечно. И, ну как, затягивает, не затягивает, но играть интересно. Миссия, мы больше не сможем вернуться домой. Опасно, блин. Are there rats there too? Maybe... I don't know, Hugo. I don't know, Hugo. Крысы, говорит, там. We'll be safe with Laurentius. Come on. Мы, говорит, у нас... We better keep going if we want to get there before nightfall. О, нужно, говорит, туда идти, пока ночь не наступила, блядь, ну... Ты чё так в этом Лаврентию-то уверена? Может, скажешь... Может, он скажет, блин, вас не знаю, знать не хочу. Так. Ну, бля. Хоба, чё такое? А, деревяшка. Я думал, блин... Сейчас они понапихают по всей локации всяких вещичек, блин, их находить надо будет, да? Слава... Hey, Hugo, where are you going? Ты куда? Чё там? Oh, bubbles! Look at the bubbles! Пузырьки. Yes, Hugo. What is it? It could be a fish, a frog. Лягушки. I really don't know. We don't have time for this right now. Come on. Покамон, говорит. I've never seen a real frog. Камонь, камонь. А были бы вы эти, как его, дети крестьян, вы бы знали, что это такое. О, еще он. О, костер, нихера себе. А что, типа, до ночи-то надо приволочься? Крысы могут вылезти, типа, они там расползаться будут, что ли? Так, что это у нас, пенек? О, герметический сосуд. Кувшин какой-то. Герметичный сосуд, глиняный сосуд, применяем в алхимическом искусстве для приготовления кислот и работы с ними способны защитить мистика от испарения химических реакций. Слово герметичный происходит от имени Гермеса, трижды величайшего синкретического божества, соединяющего черты египетского бога Тота, греческого бога Гермеса. Именно ему обязаны изумрудные скрижали важнейшим памятником алхимического искусства. Да, вот не знал, кстати. Не знал, кстати, про Гермеса и герметику. Кто-то пришел, говорит, почитать. Его зовут. Его завалили. Хоба, сера. Так, вот уже начинается нехватка этого места под всякие причины. О, он рыцарь. На наш дом. Так, инквизиция здесь. И завалили его. Крысы, судя по всему, блядь. Че, сейчас придется по кустам бегать? Не придется. Невидимые стенки. Как, говорит, они делают? Это не же животные. How should I know? Well, I say we'll never get rid of these nests using stupid lime. Whatever happens, we have to get out of here before the sun goes down. Хошь не хошь, будем с ними разбираться, покуда солнышко не село.
каких-то сброшенных тут там металлических предметов. И потом контрол для прицеливания. Так, этот стоит, смотрит, скотина, да? А чё? А сюда? Нет, не дает. Ладно, камень есть. Но он же придет сюда смотреть ведь. А, он придет и потом обратно пойдет, точно. Что-то я не подумал опять. Ну, блин, нахер. Nothing here. У вас там приятелю ноги сожрали. Чё это он мне никуда не дает? О, развернулся. Amicia, look. There's a bridge. Там мост к ферме. Ага. Да я боюсь, что на ферме там селитра. Че они от нас хотят, говорит. Че, этого завалить можно? Или что с ним сделать-то можно? Бля, типа буду я убийцей или нет, или че я... Эй, да ладно, не буду убийцей. Хоба, ушли. Так, здесь все перекрыли. Угу. Ой, тихо, кто-то меня заметил. О, вон он. Что-то копает. Ой, давай перепрыгнем туда. Ой, не может. Такой медленный. Так, блин, оставайся здесь. Эй! Чемодан открыли. Нахер только я не понял. Так, пошли за мной. Куда, Алиса? Ой. Strange. А чё не пошел проверять? И стоит, главное. А, с этим стоит. А я не понял, куда идти. Мальчик, блин, мальчик здесь. Stay here and not a sound. Alright, I'll stay here. Угу.
А, вон туда надо идти, все. Мальчика надо будет позвать сейчас. Сейчас вместе пойдем. Я на разведку ходил. Все, разворачивай Сухарь, все, давай пошли. Он так копать будет, я не знаю, до утра, наверное. Эй. Э, куда идти-то? О, я застрял, нихера себе. Чё-то я не понял. Что-то я не понял. И что? Мальчик, блин, застревает. Я сам здесь застрял. И что ты живой-то до сих пор? Ладно, перезагружусь, вернуться к контрольной точке, блин. А я что-то застрял, не понял, что куда пилить. Ой, ой-ой-ой-ой. Ничего, этого завалить можно, да? Там еще достижения, наверное, какие-нибудь будут. Ой! Вот я дебил. Там же горшок был, блин. Горшок. Угу. Че, пошли, валим. That should do it. With that and the second barricade, no one will ever get through. I'm going to the bridge. The cops will be back with the other barricades. No. There's nothing there. Так, то есть здесь точно не пройти. В любом случае, да? Так, мальчишка, don't здесь сиди. I'll be back very soon. Ну что, да, нужно будет идти. Угу. Эй, ты копатель, блин. Я почему-то подумал, что там пролазить надо, блин. Это была ошибка. Хоба. Привет.
Опять селитр до хера. Come on, be careful. Так. Shadowway. Redway, то есть. What the hell was that? Пошли. Сюда, не сюда, вообще не знаю. Походу дела не сюда. Nothing to report. What is that? There's something over there. Hey you! You just signed your own death sentence. Побежали. А я не знаю, куда бежать. Эй, ёкарного. Зарубил. Доберитесь до фермы. Что сзади еще можно с ним сделать? Топор. Да, что-то день не задался у Миссита. Вот, он такой вроде хорошенький, а вот Хирорекс и ножом зарубил. Ну как ножом? Там не совсем нож, бля. Ага. Все, валим отсюда. Сюда не пускает. А, вон же, блин, ну дебил я. Ой, дебил. Stay calm and wait for me here. All right. Ой, я дегенерат. Бежим. Чего я к этому привязался-то? Я ж вспотел, блин, тут. С этими, бля, вояками. You can come here. All right. All right. Ой, нет. Hey, there's somebody here. Чего? Сейчас ребеночка замучат. Ай! Ай! We are trapped. Mm-hmm. There's a hole in the wall. I'm too big. You'll have to go in and open the window for me. But they'll see me. I'll keep him busy. Trust me. Mm-hmm. What was that noise? Беги, блин. О, успел с одного камня. Nothing to report. Yes, now it's my turn. Фух. Так, теперь нужно будет пробраться. Опять со своей лопатой сраной. А чё ты там такую копаешь, блин, я понять не могу. Оба, быстро. Мы в кустах сидим.
В таких шлемах-то, конечно, с таким маленьким отверстием, наверное, не видно тебе нихера. Давай. Хоба. Well done. Amicia, we have to get out of here. Чего ты там? Так, здесь у нас кровище. Там хмырь стоит, да-да. Горшок еще можно с собой таскать. О, нифига себе, инквизиция. Отцепили ферму. Передать капитану Николаю, что дорога перекрыта. Повозки людей. Что мы ищем? 5-летнего мальчика Гугудеруна. Волос русый. Спрям старшая сестра. Нужен капитану Николаю. Так, синенькие. Капитану синеньких нужно живые. Говорят, дело важное. Капитан Николаю сам великий инквизитор приказал. Так, так что смотрите, Васигнеза. Че, меня ищут, да? А че? А, вот так вот, да? Давай попробуем пробежать. Это что такое вообще? Это... Что такое вообще с камнями, блин? Какая-то повозка. Говорит, смотрите в оба. И мы такие у них за спиной проносимся. Где? А, во. Чё, типа валить его будем или нет, что ли, рассуждение сейчас? А, он туда пойдем. Быстро, 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 блин. Хоба. О, там еще один стражник. Бля. А, валим. Тихо. Ай, блядь. Сука, не успел. Опа. Я нечаянно shift нажал вместо таба. Так, этого завалю нахер, хватит с ними миндальничать. В общем, я решил так. Вот и валяйся там. Угу. Че у нас наверху? Может, наверху просто что-то. О! Так у них подбирать еще можно всякое. Вот так вот. Так что их надо валить без зазрения совести. Ну, когда боеприпасы позволяют. С боеприпасами, кстати, тоже засада, аккуратнее надо быть. Сейчас уже не знаю, увеличено, не увеличено, но раньше давало по... Так. Давало по 4. Туда давай. I did hear something over there. Go on. Хоба, успел. А вот и верстачок. Раньше давал по 3 камня, в общем. Если у тебя в пачку место только под один камень, то есть пачка исчезала, добавлялся один камень, а не 3. Поэтому надо сначала растратить, потом уже бросаться по башке. Так, а что, еще обратно можно перелазить или что? Ну давай.
Что у нас? Нужно что-то, что тратит серу сильно, да? Бечевка, возможно, не хватает веревки, да? Скарб. Карман. Увеличивает карман для материалов. Укрепляет его. А нахер укрепление? Ну давай укрепим. This should make things a little easier. Типа мы будем поисками заниматься, да? Amicia? What? No. What did I do? Why are they looking Что я грязь сделал? Почему они меня ищут? It's... They're the ones who did something. Ты, говорит, не виноват. Они вот If сами виноваты. Us, will they hurt us? Будут, говорит, мучить they нас, да. Уже было All видно, right. меня уже несколько раз зарубили. А тебя за шкиряк ловят просто. Так. Да, красиво туда. Ну что, сейчас по болотам пойдем? У нас, кстати, закат понемножку начинается. Или что? Чё, хи-хи-хи, куда ты побежал, блин? Хьюго? Хьюго? Where are you? Блять, он прятаться начал. Хьюго! Did I scare you? The Inquisition is here, Хьюго. Do you want them to take you away? Ты дебил, говорит, инквизиция рядом. All right. Я уже тут из-за тебя людей убивал, пришлось. Еще мы в прятки с тобой играем с инквизицией и с крысами. Тебе не надо... О, чё они здесь? Кто, бля? Что-то я не... А, не сомневайся, братишка, говорит. О, ходят, блин, туда-сюда. А, камень был как раз. О, один ушел. Тут типа по верху, по низу можно проходить, что ли, да? Hey, piggies, you should hide. It's dangerous. Привет, свинки, прячься, тут опасно. Ну, перепрыгивай, давай. А, это хлев. Давай. Oh, they're everywhere. Они везде, ну не везде. Кое-где, скажем так. О, может двоих получится отвлечь. А, только одного. Вот иди ищи. Ложная тревога, ну-ну. О, что за херня? Вот из земли какая-то херня торчит.
Опа, почти заметил. I will be back soon. You have Мальчик to be quiet. Здесь. I want to move. What's all the noise? Ага. Ой, 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 ой. Amicia, come back. Чё, тихо. I'm here. You disappeared. Ты пропала, блин, ну ты дебил. Так. Еще камень след придется выкинуть, да? Second time. I need to see this. Этот малолетний пугливый чувак меня нервирует уже. It's okay, Hugo. Yes. Так. Still nothing. Still nothing, huh? Nothing at all. Hey, let's forget it. I saw one of ours along the trail earlier. Dead as a doornail. Можете похоронить его, говорит. Have you been bitten? Yeah. Кусали? Ты его трогал? Нет. Молодец. You get boils all over, and everyone around you can get it and die too. Все кругом только уже могут заразиться. Think we'll just leave him where he is. Пусть тогда, говорит, лежит, где лежит. Так, что мы будем делать? Он камни. Так, ты давай-ка здесь оставайся. I'll be back very soon. I'll wait for you. Он говорит, wait for you. А этого мы завалим. Попробуем, по крайней мере. Hey, what are you doing there? What the hell happened? Чё не орёте-то? Дебилы. Так, ребенок здесь оставайся. Или что, пошли? Be careful. Straight away. Ой, сюда идет один. Или не сюда. Непонятно. Сколько камней? Камней 6. Ты тогда здесь сиди. Stay here. All right. О! Всякую херню понаходил. Так, что там у нас? Это в шлеме или без шлема, не пойму. В шлеме, походу, дел. А, вот этот без шлема. Вот и валяйся там. Come on. Yes. А, погоди. О, не-не-не. Скандал подняли. Искать будут. Так, камня 3 штуки дали все-таки. Ой. Все, давай, хватит искать меня. Бля. Сейчас двоих бы этих не нашли. Все, пошли своими делами задеваться. Все, идите. У вас там дел куча. Ой. Но. У вас там куча дел. Где там труп-то лежит этого болезного? Успею, не успею. Давай, 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 хоба, успел. Горшок. Stay here. Так, ты здесь. All right. I'll stay here. All right.
Да чё, чё я туплю? Нахер он мне нужен-то? Follow me. Quietly now. I'm coming. Ну вот отсюда вылезем, да и все. А, он с лампой, кстати, может у него лампа, типа, радиус обнаружения увеличивает. Чё-то прямо сейчас не хочется проверять. Все, поехали. Я бы на месте этого охранника психовать бы начал, когда вокруг тебя в полях что-то шебуршать начинает. Очень сильно бы начал психовать. О! Чё это? Это там второй путь, что ли? Ой-ой-ой. Как бы сейчас он меня не обнаружил. А, он по другую, наоборот, сторону пошёл. They can't see us anymore. Теперь они нас не заметят. Нет. Ладно, мне второй путь хочется посмотреть, что там. Wait till our shift ends, so we can go back to the bastion. Hey, смена кончилась. Is it true the Grand Inquisitor dissects rats there to see what's in their bellies? У животах лежит. We can't keep pouring lime into those holes forever. But some people say it's heresy. Heresy is not doing nothing. The Inquisition is. В общем, там крыс препарируют. Чего вдвоем тут шастать, дебилы? Бля. Ну. Чё, типа, мне не пройти, что ли? Пофигу на тебя. Пошли в башню быстренько. Видеть нет. Хоба, все, мы в сратой башне спрятались от вас, блин. Дегенератов, вы что творите то еще, блин? I'll give you a hand. Ой. Fall back. What's happening? Че у них случилось-то реально? Я думал, сюда можно будет идти. Я так и не посмотрел, что там проехало. Там нельзя остановиться. Хьюго что-то поплохело. Come on, you'll be able to rest when we get to Laurentius's place. My head, it hurts. Давай, забирай его, блин. I don't know what to do, Hugo. What would mommy do? Give me medicine. I can carry you. Лекарство. That's the best I can do. Come on, climb up. Давай, полезли. В общем, он еще больной, не пойми чем. А, теперь бегать не может, да? Ага. Мама говорит, из дома нельзя выходить. Ну, что делать, блин? That must be why I feel funny. You're just tired. I miss her. At least you were allowed to see her. Hmm? Nothing. По крайней мере, а что еще? Что у них там в семье творилось-то? Сына от всех прятали, дочка маму не видела, блин, тоже. Охереть. Что за у них там патриархальные какие-то эти? Милица Лаврентия, мы почти пришли. Но... И он снова запрет меня, как мамочка. Безопасное место. Так, что, мы сейчас пробираться опять будем по локации? Animals? Что мертвые животные? Точно, куча коров. To down, протащил чуть-чуть и все. Давай, пошли. Так. Чё? Кровище? О. Ой, я понял. Бежим.
Так, нужно бежать к свету, я понял. Ой-ой-ой. Сейчас завалит. А как бегать-то? Не догоняю, да-да-да-да-да. Вот, все, свет. Нихера себе. Я думал, здесь босяра будет какой-то. Так, бежим. Чё, нет, не бежим, подожди. И чё? А, чё делать-то? А, вон. О! Так это куча мертвых коров. Я что-то сначала не понял. И свиней, то есть. They've been slaughtered by the Inquisition, probably. Вопрос в другом. Откуда у вас только этих свиней-то? Так, здесь у нас тупичок. А, вон у нас ящичек. Угу. Так, поджигать можно от любой херни, значит будем поджигать от этой. И пошли. А, вон надо дойти быстренько до жаровни, блин. И не вляпаться в кровищу. Кровище замедляет. Так, палка-палка, держись. Баба. Так, следующее, куда идти? А, чё, кинуть, что ли? Непонятная какая-то фигня. Ну ладно, давай поджигаем. Пошли, быстро. А, поджечь катапульту, я понял. Давай. О. Палка кончилась. Я понял, сейчас я нажму катапульту, надо бежать за ней. Let's push this. А, вести, ладно. Фу ты, я думал, это катапульта. Come on, nearly there. Monsieur. Why did they kill? Зачем они убили свиней? Maybe to contain the rats here. Держать крыс здесь. It's very, very heavy. I don't talk. Push. Ни хера не похоже по голосу, что они что-то тяжелое толкают. Сейчас она сорвется, кстати, да? Нет. Нет, не сорвалась. Ну, ладно. We did it. We made it. Hello, Laurentius. Да, зря ты орешь. What if it's not Laurentius, huh? Did you think of that? Sorry. А если говорит, это Лаврентий, что-то не подумал, говорит, что Лаврентия может не быть здесь. Найдите Лаврентия. Ты опять херней занимаешься? Вдруг тут чудовище, да? Ты только что на улице монстров видел, блин, ходят теперь. Так, куда ты? Нет. Дерьмо, здесь крысы побывают. Да, вон скелеты лошадей валяются. Чё мы здесь бегаем? В смысле, понятно, чё бегаем. Тут такая локация огроменная. Uh-huh.
Так, ветер херачит. Что там с крысами? А крысы пропали, кстати. Нафиг я сюда вышел-то тогда, получается. Сейчас еще раз за ворота глянем, появится крыша или нет. Заново. О, этот как его. Погреб. Куда ты? Стоит, ждет еще. И нифига не бегает, блин. Да, это не 3D-шутер, конечно. О, ворота можно открыть в эту. В мельницу. А я мимо сейчас пробежал в это место. Хоба, здесь крысы появились, а сзади нет. Что здесь? Так, селитру что-то дохерища нужно, селитру тратить. А сейчас выяснится, что я селитру селитру находил кучу, и вот сейчас вот хоба, она и пропадет из поиска. Вот смешно будет. Так, заперто. We have to get in somehow. О. Those bags look heavy. Rotten grain. Must be to feed the pig. He's still alive. I'm sorry about your friends. Свинюшки говорит. Мне говорит, жалко твоих друзей. Так, чё, в хлев не пускаете, да? Блин, такие свечи. Ой, свечки, свинки. Так, лошади, лошади. Hello there. Not a night to stay outside, hey? Хоть бы распрягла ее, чтобы она убежать смогла, если что. Ты даже, наверное, запрячь не можешь, барская дочка-то. Хоба, есть что-нибудь? О, вон что-то есть, он растенится. This is not really the time, you know. Please. Please. Go ahead. It's called Granny's Bonnet. Орлики. As if she's hanging her head because she's sad. А, каждый раз меня буш разными цветами. Yes. It's not good to be alone. All right. Так, орлики. Латинское название этого цветка происходит от слова аквила, орел. Его лепестки действительно напоминают хищную птицу. Орлики считаются символом скорби и беспокойной души, даже безумия. В то время как цветки этого растения имеют сладкий вкус и вполне съедобные, его корни и стебли крайне ядовиты. Они вызывают воспаление всего пищеварительного тракта и учащенное сердцебиение. Хера себе. Аквилла, блин. А если обожраться, что можно? Из копыт слететь, наверное. Hugo, открывай дверь. Я так понял, дверь закрыта. And be very careful, right? Yes. Бля, над дверью. Good. Так, что у нас здесь? It smells funny. It's alcohol from the stills. Ты говорит, алкоголь. Так, нужно вот эту что-нибудь. О, кто-то там. Someone's there. Let's go and see. Бечевка. Чего не хватает? Чуть-чуть ткани не хватает. Пойдем ткань поищем. О, это не просто так мясо. Че, дверь-то откроешь? Нет, не откроет. Чеснок, два куска ткани бы найти. Ну, в общем, я так понял, нужно бы при каждом удобном случае, типа, что ли, пользоваться этой херней. Сумка. Надо тратить. Селитру или что там, блядь.
Я могу только сумку сделать, прикольно. Меньше времени. Ну ладно, блядь. Нет, не хочу, оставлю, блядь. Все. Делайте со мной, что хотите. Это, наверное, неправильный поступок. О, кто вы? Магистр, не подходи, можешь заразиться. Юго здесь. Инквизиция всех, говорит, покарала, я ничего не могла сделать. Пришли за ним они. Страшное проклятие течет в вашей крови. Ancient evil courses through your family's veins. In its blood. Your mother. С матерью пытались замедлить проклятие. Attempted to slow its progress. But ever since the после надлома процесс ускорился. Что за надлом? Must protect him, Amicia. В общем, защищать его надо. А я чем занимался? Мои родители пытались защитить, а теперь они мертвы. Ой-ой-ой, ты чё на него наезжаешь, то дура? Они здесь. Крысы опасны, но действуют хаотично. А инквизиция будет искать непрестанно. Нужно исчезнуть, отправлять из Шато де Мраж. Указ, ходи в сарай, тебе нужно закончить Игнифер. Поджигатель какой-то. Я, говорит, все сделал как надо. Что ты какой воспитанный, а? Теперь мы не одни, нужно поспешить. Помоги сделать Игнифер, защитить нас от крыс, окей? Пойдем к Хьюго. Нам не надо здесь оставаться. Ты только что на него наорала, блин, и теперь с это... Ой, дурында. Что нам теперь делать? Так, это сохранился. Так, чё? Сюда схожу сначала. Так, камни у меня есть. Чё-то такое. О! Рисунок, что означает? Витриоль или чё? Витриоль. Сокращение латинской формулы визита интерьера терра ректификандо инвениус оккультум лапидем, что в переводе означает посети недра земли и очищением обретешь сокрытый камень. Это максима заключает в себе суть алхимической философии, которая состоит из изучения природы окружающих элементов и их возможных трансформаций. А еще эта аббревиатура дала название серной кислоте, которая применяется для изменения веществ. Витриоль. Название знакомое. Какая прелесть. Да? Думаешь, прелесть? Так. Все-таки придется воспользоваться этой херней, как ее, блин. О, the hams. Good idea. Ah, but they're frightened of the light. The lantern. It's all right. Do it. Чего? А, фонарь разбит, блин, ну точно. Don't worry. That's it. Hugo, give me your hand. No. Very well, but stay close to me. Are you two okay? В порядке, ты тут бежал-то? It's been a long trip. Так, ладно, давай. Ой, блин. Тихо, 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 бля. Чуть к толпу к ним туда не зашел.
Так, как этот сраный игнифер изготовить? А где ребенок-то этот? О, здесь носится. А свинью не жрут. А, вот туда обратно, да? Oh no, they've come back. They're everywhere. We have to reach the back of the barn. We can't leave without the igniter. How are we going to do it? И как мы дойдем? А, снаружи. We need meat. Dead or alive. Че, лошадь приведем, что ли? We can use this. I see. Let me help you. Are we going to feed him? You could say that. Ой, да ладно, мы сейчас свинью скормим им, да, блядь, ну, уроды. Yes, dinner time, Piggy. Yum yum. Так, где какое освещение-то? Здесь лампа, здесь лампа. Давай тащим сюда. Нет, давай тащим сюда. Сейчас свинушку с потрохами сожрут. Ага. Давай, закрывай. Ну. А, снаружи закроешь дверь? There's a ladder down the side. Come on, let's go. Hugo. Hugo, listen. You can sulk if you like, but stay close. А, лестница валяется. Угу, так и думал, что по этой херне придется лезть. Полезли? You go first. Ah, the lights. Yes. Hugo, look away, please. Отвернись, пожалуйста. Да, потому что мы сейчас будем свинью угасить. Всякой херней занимаюсь. Ты такая же, говорит, остальные, да? Почему Игнифер-то здесь оказался, блин? Я так и не понял. Показывай. А, в подвал сейчас полезет как раз. Да? Да, точно. Бедный поросенок, да? Watch your step. This is more than just a doctor's lab. My master is a great alchemist. Your name is Amicia, right? I'm Lucas. I would like to show you something, but it requires alcohol and sulfur. There must be some around here. Tell me when you found them. All right. Alcohol and sulfur. Alcohol, sulfur, that's everything. А, я бутылку буду делать какую-то, что ли? It must be what they call an ethanol. I'm dissolving the reagents. Levitare. Экстрактом сик. Латинский. Why am I not like Lorenzo? Куча разговоров, блин, сплошные разговоры. You won't. And is he going to die? Here you go, Lucas. Right. Now you have to mix them. Do it slowly, it's not dangerous. All right. Теперь вы можете изготовить игнифер. So, this is it. Wait! Oh no! No, we're stuck! Not yet. The ignifer, Amicia. It's time. Aim for the embers at the center of the room. All right.
А, отдельный поджигатель, да? Did I really just do alchemy? Yes. Your mixture is perfect. Like mother, like daughter. You know what? А я думал, будет отдельный этот, как его. It would be really useful. I'd love to. Thank you. I finished my mixes. We have to go back to Laurentius. Amicia, you should go ahead. Подождите, угли по помощи Агнифайера, вернитесь к Лаврентию. Так, как мы будем возвращаться? Так, здесь крысы. Так, подожди, а где выход-то? Вон выход, дурак. Ладно, полезли. Go on, climb up. Мне больше волнует, как нам до этого добраться. There's a lot of them. Laurentius, I'll clear away. Че, не попал, что ли? Follow me. Very well. Very well. Come on. Leave me alone. Hugo, listen. Why? About earlier, I just wanted to tell you that I'm... Один... Ох, нихера себе. Да не совсем темно. Бабам. Охренеть. Вот лошадь там загорелась, кстати. Магистр. Лошадь загорелась, блин. Пипец. Всех бросили. Lucas, where's this taking us? To the river. Вижу. Ничего вокруг не вижу. Вещи обвините. Which way? Алло. Where now? There. There's a boat over there. It's past the mill. So let's go. Давай. Вот. Бежим. А я не воспользовался этим. Ладно, ребята, в следующий раз так будет.